Приветики. Играем сегодня с вами Host Watches. Так, кот, здравствуйте. Так, сфотографировать атаку призрака, правильно, прийти призрака с первого раза, забрать проклятую детскую игрушку с собой машины, сделать фотографию призрака. Играем с вами на безумной сложности. Ну, собственно, почему мы пошли в игру? Потому что тут вышло обновление. Добавили снова нового призрака, что очень замечательно, но он мне пока недоступен. Вот она, железная дива. Кстати, а мы же, наверное, можем ее посмотреть хотя бы так. Где ты, женщина? О, ля какая, сороконожка красавица. Появляется, если уровень игрока больше 29-го. Однако, нам до этого далеко. Поэтому давайте набивать уровень. Ну, конечно же, они исправили многие ошибки, которые были. Что еще? Доделали, я скажу так, наверное, не исправили. А именно сделали новую анимацию призраков, когда мы их бьем. Они теперь хватают предметы, а потом от них взрываются. Еще раз, что нам надо... Давай возьмем фотоаппарат. Эй, может, нам повезет. О, по-моему, он уже взаимодействует с чем-то, да? Нет? Я думаю, он уже мою куклу кидает. Да, кидает, слушай. Мне все-таки не показалось. Улетела кукла. Где хоть она? Он ее кидает явно, конечно. Сразу ищем проклятые предметы. Тут что-то есть. О, два предмета в одной комнате. Это хороший знак. О, следы. У нас, наверное, ребенок. Два признака призрака уже есть. Начало неплохое. В любом в подвале что-то есть. Должно быть. Но пока я не наблюдаю. О, давай. Покажешь что-нибудь? Не хочет. О, рык. Еще один признак. Ну или улика по-простому. Ты что-то придумал сложно. Тавтологично звучащее. Так. И черепок. Хорошо. В подвале, кстати, я не увидела предмета. Где бы нам с тобой счетчик частиц измерить? Чего он с доской не взаимодействует? Подозрительно. Пойдем, отойдем. Ну, скажем так, безопасное расстояние. Она ни хрена не безопасна на этом уровне. И отметим все, что мы нашли. Детские кубики, черепок. Следы. Следы. Счетчик частиц пока непонятно. Куклу он нас кидает. Охотишься. Хреново. Он, агрессивный, очень крутой. Он нам и запирать, и кидать может. Вроде приемник рык. Он только подтверждает. Спиритическая задача вроде как не взаимодействует. Ну, пойдем смотреть дальше. Второе задание — правильно определить призрака. А нам по-другому не получится на этом уровне. Да, поэтому надо действовать достаточно быстро. Где эти кубики снова? Я их слышу, но не вижу. А вот, так близко. Так, это еще один предмет. Так. Куда я отнесу? Счетчик молчит.
Надо в следующий раз его взять с собой. Тын. Тын. Я умираю. Нет, я еще жива. О, зато мы почти не мерили. Нет, вернись. Злая собака. Хорошо. 100-500. Электроприборы. Температура, дашь что-нибудь еще? Ой, мне пытался утащить. Но не вышло. Так, нам холодно. Запоминаем. Теперь нам нужны электроприборы. И осталась одна проклятая вещь. Где тут была? Где я не была? Вот здесь. Не помню, надо нам это или нет. О, вот это нам надо. Это нам, по-моему, не надо. Нам осталось еще игрушку найти. А где она? Не видно. Вообще долго без защиты. Мне лучше тут уже не бегать, потому что он меня может и убить. Отстань, дядя. Надо успокоительные таблетки выпить срочно. Я еще жива. Вот это и есть, кстати, агрессивный призрак. Это прям его все предмет. Приметы. Срочно покупаем успокоительное. Так. Фотографию призрака. Ух. Дзянши, походу. Я вроде не выбирала. Получается так. Электроприборы непонятно, но вроде все верно. Дзянши, кто мне поможет? Палочки, соль. Возьмем палочки. Авось. Проверяем. Чего надо? Огненная соль, соль. Огненная соль. Огненная соль, соль. О, заблокировал. Зачем? Мне ж там нет. Свобода. Где ты? Вот видите, он смотрит. Сейчас он, кстати, может на меня еще напасть. Он, скорее всего, и сделает. Надеюсь, он от меня отстанет. То он может и преследовать дальше. Оля, проклятое зеркало, блин, нужно. Благовоние я потеряла. Придется еще есть таблетки. Купить благовоние. Ну, ради опыта. Купить благовоние. Блин, с атаку призрака это сложно. И колбу с Везувием взять с собой. Главное ее не использовать раньше, чем надо. Так, ну где зеркало, я знаю. Где вот мой фотоаппарат теперь, я не знаю. Куда он его дел? Однако. Ладно, пойдем за зеркалом. Ты ж тут? Тут. Что надо там зеркалом? Призвать его через проклятое зеркало. Ну, пожалуйста.
Я вот так призываю. Топ-топ. Я не знаю, что я делаю. Это страшно. Отстанет меня. Это ужас. Спепеляющий свет. Я осталась ритуал пентаграммы, ё-моё. Испепеляющий свет. Что мне еще можно взять, чтобы защититься? Книга. Пепелизу я. О, бомбы. Возьму бомбу. Все возьму. Нафиг. Так, испепеляющий свет. Кстати, электроэнергия. Просто легкие помехи, по-моему. Где мой фотоаппарат? Все. Ритуал пентаграммы. Да будет пента... Интересно, я еще вот тут сфотографирую. Сработало? Сука! Я не успела взять? А, успела. Собака? Не успела, но меня не убила. Плохо дело. Ай, пройти! Да ёп! У меня ещё всё кончится. Спасибо. Можно, блин, было его сфоткать. Игрушку я и нашла. Так. Все деньги, блин, потрачу на выздоровление своей нервной системы. Где это клинок? Да. Эй! Собака. Еще подсматривает. Да с... Надо палку с собой взять. Ну не палку, вот эту вот. Блин. Уйди ты! Испепеляющий свет, это хорошо. Вот как от него можно убежать? Я вот вообще не представляю. Ведь есть режим, где беги, убегай и выживай. Все, иди на место. Че надо? Маску. Сейчас фоткай. Цепочек я не знаю, где он. Собака, я реально не вижу цветок. Отстала. Вот цветок. На. Какой цветок? Здесь будет что-нибудь из этого. Ага. Нет! Фу. Так не считается, да? Ну и ладно. Главное, я жива. Он еще что-то умеет. Я в шоке. Вроде все изгнал, а он еще это препятствует моему действиям. Сфотографировать атаку призрака. Может, все-таки напоследок хотя бы игрушку посмотрим? Может, меня не прибьет сейчас? Я надеюсь. Эй, йо! Где мой дрон? Кто съел мой дрон? Интересно. Куда пропал мой дрон? Здесь у меня предположение, что вверху его нигде не было.
Значит, игрушка, наверное, где-то внизу. Но это не точно. Наверное, я ее даже не найду. Все-таки. Не, ну серьезно, а куда мой дрон делся? Не судьба. Дайте пройти. Ладно. Нервный какой. Откройте, пожалуйста. Мы закончим с вами. Давай. Я причем не могу обойти, он же блокирует с двух сторон. Там тоже, по идее, они не заблокированы. Можно туда там быть. А не, все. Ну, все, обиделся. Где кукла? Ладно, я сдаюсь. Не знаю, где кукла. Пожалуйста. Да вот, игрушка была. А почему он мне не посвечивался? Подстава. Ладно, зато заработали денежек и опыта. Но правда мне это ни хрена не дало. Сколько надо раз сыграть так, чтобы достичь 30 уровня? Ну, вот такое вот видео вышло. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. И ждите, пожалуйста, новых видео. Всем пока-пока!